Работниками уголовного розыска Южинского отделения полиции был выявлен и задержан 30-летний гражданин города, который занимался совершением краж лифтового оборудования из помещений машинных отделений. Злоумышленник дал показания про кражу и сбыт цветного металла более 10 тормозных катушек. По всем указанным фактам было начато уголовное производство. По признакам уголовного правонарушения, предусмотренной частью 1 статьи 185 Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины указанного злоумышленника ему грозит ответственность в виде лишения свободы сроком до 3 лет. Также хочу обратиться к жителям города. Просим в случае обнаружения подобных ситуаций, которые связаны с кражами лифтовых катушек, а также остановкой работы лифтов, обращаться в отделение полиции и сообщать, чтобы мы максимально быстро могли реагировать на подобные факты.